Эй, всем привет, мои дорогие, любимые, ненаглядные. Что, продолжаем Half-Life? Надо уже добить прохождение по нему. Так что присаживаемся и наслаждаемся. Так, я уже тут неделю, блин, наверное, не заходил в него. Где-то там контакт увидел. А ты думал, в сказку что ли попал? Безопасно он хотел, понимаешь? Ой, блин, так. Понять бы еще, чё куда. Чё тут? Понятно. Итак. Ну чё, мне к вам туда, что ли? Наверное, да. Сюда я понял. Еще солдаты. Посмотри, нет ли где пулемета. Да, он стоит. А что, если мы будем использовать вот это пока что? Слушай, ну прям хорошо так наваливают. Я бы сказал бы даже очень. Солдаты Альянсен идут сюда. Давай костюмчик немного подхилим. Быстрее приготовься. Солдаты повсюду. Всем оставшимся произведениям отправляйтесь. Выполняйте. Тихо. Тихо, блядь. Давай-ка суплайчик возьмем. Вот они. Так, я это заберу, чтобы ты ей не навредил. Блять. Сука. Ладно, у меня одна турелька осталась. Ту я поставил по ошибке. Еще солдаты. Еще солдаты. Да не, похоже, только один. Это точно, что у вас проблема? Слышу. Подожди, братан. Подождите, братаны, не стреляйте. Да перезарядись ты, блядь.
Ой-ой-ой. Medical supply, please. Что? Видишь, я хилюсь, женщина. Да что ты, где ты, блядь? Чё, Гордон, блядь? О, здорово. Ну чё, без меня не спрыгнула бы? Прости, что так долго, Гордон. Да, ладно. Больше я тебя не брошу. Теперь выследи Мосман. Подожди-ка. Давай-ка вот так сделаем. Ты где? Там? Отключила? Я тут костюмчик тянул. Да, вообще, в принципе, неплохо было бы перезарядиться, да? Давай, старого родного. Что, это все? О! Иногда он не до конца его передергивает. Давай. Подожди. Сын, давай. Успеешь. Внимание наземным силам. Провал. Сейчас смотри. Оба. Комп. Напоминаю, код. Пожертвовать, остановить. Давай, проходи. Отлично, еще один пост. Ага. Так, Мосман, где ты? Где? Вот она. Ха! Попалась. О-о. Пошли, Гордон. Не будем заставлять ее ждать. Она поможет нам выбраться. Эй! 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 Слава богу, кто-то... Алекс? Гордон? Здорово. Нам известно все о тебе и Брине. Что? Ты все это время работала на Альянс.
чем ты говоришь? Черт! Назад, Мосман! Мы заходим! Привет! Алекс, что бы ты ни думала, поверь, я старалась защитить твоего отца. Заткнись! И радуйся, что ты нам еще нужна! Мы перенастроим телепорт и уберемся отсюда к чертовой матери. Видишь, мы работаем с одной целью. Я перепрограммировала модулятор для имитации зенретранслятора. Ты украла работу моего отца. Это ведь и моя работа. Я должна была доказать доктору Брину, что твой отец крайне необходим для любого нашего исследования. Хватит нести чушь! Смотри, Гордон, вон мой отец. Я его вызволю. Вы нашли Элая? Нет, благодаря тебе. Введи координаты лаборатории Клайнера и вперед. Но нужно пробраться к платформе телепорта, а мы в заперти. Я позабочусь об этом. Ну, идем. О боже, и ты с этим работала? Как долго? Раньше? Никогда. Я ясно представляла то, что можно ожидать. Не сомневаюсь. Как будто нас поджидает. Альянс использует формирователь импульса с большой длительностью фронта, поэтому они долго заряжаются. О, ты его для нас уже подготовила? Молодец. Вовремя. Папа, сюда! Прости, что так долго. Надеюсь, с тобой все в порядке. Не беспокойся обо мне, дорогая. Джудит, так они тебя освободили? Не совсем так. Элай, я так за тебя переживала. Координаты, доктор Мосман. Так вот он, портал Альянс. Он меньше, чем я предполагал. Быстрее, Мосман! Доктор Клайнер! Алекс, где ты? Мы в Новопросте, и мы впервые испытываем имитацию Ксен. Вы готовы нас принять? В полной боевой готовности! Хорошо. Сначала мы отправим отца, он уже готов. Что это? Я смотрю за тобой. Подожди, надо опустить это назад. Что ты делаешь? Прости, Алекс. Это единственный выход. Нет! Вернись немедленно! Что происходит, папа! Алекс? Джуди, нет! Что происходит? Доктор Клайнер, вы должны их остановить. Остановить кого? Ой, черт. Что это за координаты? Куда она его отправила? Нет. Гордон, прикрой меня. Нужно перезапустить портал. Используй пулеметы. Пулеметы? Где пулеметы? Какие пулеметы? Ты о чем вообще? Вот у меня один только пулемет. А, вот эти, понял. Приготовь пулеметы. Надо их как-то вместе ставить, блять. Ну, типа того. Держи пулеметы наготове. Да тут один остался. Thank you.
Тихо, пулемет. Ну и чё? Чё ждём? Что, ты не возражаешь? Кажется, половина уже есть. Ага. Пидор. Слышал, мы сматываемся. Ладно, док, мы готовы. Не могу дождаться вашего прибытия. Давай, Гордон, залезай. Понял, мы сматывался. Мы сматываемся. С тобою. Не говори. А где доктор Кляйнер? Доктор Кляйнер, выпустите нас! Алекс? Гордон? Боже. Ламар? Как вы сюда попали? И когда? Что случилось? Дорогая, я и не надеялся увидеть тебя вновь. Я тоже боялась, что мы не выживем. Похоже, телепорт взорвался в начале передачи. Суплай. Последствия были серьезными, но это было неделю назад. Что значит неделю? Мы с Гордоном были там минуту назад. Удивительно. Неделю? Похоже, мы изобрели очень медленный телепорт. Похоже, необходим новый виток исследований. Неделя? Что же мы пропустили? Много чего, дорогая. Взрыв, который вы устроили в Новопроспект, стал сигналом к восстанию. А как насчет моего отца? Да, это очень неприятно. По словам Вартигонтов, он под стражей в цитадели. Нужно вытащить отца. Барни ведет наступление с этой самой целью. Еще один твой друг прибыл пару дней назад. Пес, ты добрался! Молодец! Пёся! Ну вот, смотри, все не так уж безнадежно. Я бы хотела разделить ваш оптимизм, док. Док, отвечай, ты там? Эй, док, ты там? Да, Барни, и я уже не один. Только что прибыли Алекс и Гордон. А вот это новость. А я уж думал, вы пропали. Мы собираемся устроить здесь базу для атаки на цитадель. Гордон и пес придут к тебе на помощь. Я переправлю доктора Кляйнера в более безопасное место и найду вас. Мне пригодится любая помощь. Черт! Атакую! Давай, вперед! Гордон, ты слышал его? Я догоню тебя, как только позабочусь о докторе Кляйнере. Минутку. Я не могу уйти без ломов. О, нет. Куда же она делась? Иди, Гордон, я позабочусь об этом. Погнали. Буду. Доктор Кляйнер, у нас нет времени. Мы найдем тебе другого хэдкрафта. Тут уж целая жизнь. И не повторим.
туда? Ламар! Ламар! Тихо. Давай, давай. Не знаю, чем мне воевать, у меня боеприпасов нету, блять. Хороший мальчик. А ты чё? Тихо. Не подлагивать. Всё, давайте на этом серию завершим. Может, такая прям не особо большая получилась, но главное, что продуктивная, да? Ну а с вами был Зазепа. Ребята, блин, лайкосики и ваши подписки мотивируют меня для создания нового видео, так что давайте, не стесняемся. Всех люблю, целую, ваш Зазепа. Всем пока.